3 июня новый выпуск еженедельника «Волна». Читайте в номере. ДШИ – масштабное обновление. Нацпроект «Культура в действии». Дали старт. Под Печорой шли бои. Первая транспортировка. ЦРБ запустила «Каймана». Дети мечтают о небе. Фоторепортаж с авиамодельного турнира. Талант с пеленок о фестивале-конкурсе «Планета детства». Богатство, дочки и сыночки. Итоги нашего прямого эфира. Нашли на страничках еженедельника фирменный синий штампик? Поздравляем! Вы стали обладателем 500 рублей от нашего еженедельника. Как всегда в номере. Программа телеканалов «Кроссворд», «Сканворд», «Гороскоп», конкурс эрудитов на знание истории нашего города на последней полосе еженедельника, а также новая рубрика «Анекдоты». И, конечно, объявление. Вы всегда можете купить, что вам нужно, и продать, что не нужно. Победителем детской странички на этот раз стал Святослав Столицын. Он получил сладкий подарок, а наш дополнительный денежный приз не достался никому, и он стал больше. Звоните и выигрывайте. Еженедельник «Волна» – газета постоянных конкурсов.